судья, конечно, никаких сомнений нет. Вот удар, опять тот же Мюллер бьет, вратарь отбивает и спокойно подбегает Брайан Лаудруп и забивает этот мяч. Опять-таки его никто за ним не присматривал. Андрей, вы как свободный защитник, либеро, человек, который играет вот в таких позициях оборонительных, как вы объясняете такую игру обороны Нигерии в первые минуты матча? Да, просто это непонятно. Все-таки это уже 1-8.